Дорогие друзья, сегодня 29 июля, ну а мы продолжаем работать. Сегодня покажем и расскажем о двигателе. Двигатель называется VCHAI, VCHAI VP13 550E501. Данный двигатель массово используется на автомобилях Шахман X3000, X5000, X6000. Довольно мощный агрегат, 13-литровый двигатель, 550 лошадиных сил. Собственно, он такой же надежный, как его предки, да, там, то есть VP10, VP12 и так далее. Но он уже более современный, скажем так, с электроникой. Евро 5 он уже идет. И пройдем по двигателю, посмотрим, что у нас он из себя представляет. Собственно, вот начнем. Давайте вот с лобовой части. Здесь у нас такие дискомуфта стоит с крыльчаткой охлаждения радиатора. То есть крыльчатка интересная такая, тоже редко встречающаяся, более производительная за счет вот этих ребер. Также здесь можем наблюдать с этой стороны щуп. Проверим уровень. Ну, естественно, нету масла, так как двигатель новый. Мы рекомендуем после 2000 пробега залить еще раз свежее масло и уже продолжать полноценно использовать данный агрегат. Так, давай пройдем по комплектации, посмотрим, что у нас входит. С двигателем у нас идет блок управления мочевиной. Так он выглядит. То есть здесь входы, выходы, то есть это все подключается. Здесь электроника фишка. И там мы можем с той стороны наблюдать фильтр топливный, дополнительный фильтр грубой очистки. Вот он идет, только он единственный с электронной помпочкой. Здесь механическая стоки, а здесь электронная. Ну, то есть его можно вынести как дополнительный. Вот, данный двигатель укомплектован всей электрической системой, да, электронной, то есть жгут, коса, да, так называемая проводная, уже в наличии, то есть его просто подключаем к бортовой системе автомобиля и, собственно, мы можем смело использовать. Вот такие вот у нас фишки здесь, вот фишка, вот. Здесь вот на блоке БУ также фишка, это мы в бортовой цепи. Так, ну по электрике давайте также пройдем. Генератор входит в комплектность. Электрический стартер на 2,4 вольта от марки Bosch. Вот, собственно, мозги Continental. Ну, VCHAI Continental, то есть также ТНВД тоже электронный. Ну, он как пучковый получается, но тем не менее он уже является под электронную версию двигателей. Под крышками клапанов находятся форсунки, топливные форсунки. Также уже здесь наличие, их просто не видно на видео. Так, давай по той стороне глянем, по электрике. Имеются все датчики. Датчик положения коленчатого вала, датчики температуры масла, датчики температуры охлаждающей жидкости, также все здесь имеется. Вот, по навесному оборудованию пройдем. Собственно, имеем двухпоршневой компрессор, чтобы воздушная система питалась сжатым воздухом. Также имеется турбинка. Турбина также уже все настроено, подключена к выпускному коллектору, то есть ее просто подключаем. Здесь мы имеем горный тормоз пневматический, то есть туда подаем воздух, заслонка закрывается, горняк начинает работать. Фильтра масляные, тоже оригинальные, все VCHAI. Помпа. Здесь блок термостатов, можно заглянуть вовнутрь, посмотреть, что там у нас внутри. Там два термостата, здесь один, и там рядышком второй. Также отсюда вот у нас уже выходит на ретардер, на печку с этой помпой и так далее.
Вот. По поводу топливной системы. Значит, топливная система состоит у нас из ТНВД, который здесь находится. Два фильтра тонкой и грубой очистки. Топливная рампа, ну и форсунки, как я уже говорил об этом ранее. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас, наверное, будет гидроусилитель руля, скорее всего, вот заглушка стоит. Да. Так, гидроусилитель, все есть. Такие большие патрубки. Также нет. На этом двигателе. Друзья, двигатель оригинальный. Что, ну, я думаю, видно это. Кому нужны такие двигателя, ребят, обращайтесь, пожалуйста, компания TechLife. Доверие заслуженное делом. У нас всегда в наличии есть двигателя, популярные модели от компании VHI. Наши менеджеры профессионально вам дадут консультацию. Если есть какие-то вопросы, можете смело спрашивать. Проконсультируем, посоветуем, как сделать и так далее. У нас колоссальный опыт уже в использовании таких двигателей. Мы можем уже смело вам что-то правильное посоветовать и так далее. Поэтому не стесняемся, проходим по ссылочке. Также, если у кого остались какие-то вопросы, ребят, пишите в комментариях. Говорят, что YouTube закрывают. Ну, не знаю, там у нас сейчас еще телеграм-канал открыли. Если хотите оставаться с нами, пожалуйста, подписывайтесь также на телеграм-канал. Ссылка будет все в описании. Спасибо всем за просмотр, друзья. Компания TechLife всегда в движении.